Всем здравствуйте, друзья! Я рада приветствовать всех, кто зашел на мой канал. Сегодня я хочу сделать обзор своей гортензии белой, которая у меня уже несколько лет, наверное, ей уже лет 15. Разрослась она очень большим кустом, и я осенью всегда ее обрезаю. И как бы укрываю ветками и хризантем, и на зиму такие опоры оставляю и укрываю ее. И вот обратите внимание, уже вот почки просыпаются. Сегодня у нас 18 апреля, погода у нас не радует. Еще не было тепла хорошего, ночи еще холодные. Только плюс 6 и 3, 4, вот так вот. Самое большое тепло было плюс 6. Но уже на ветках, вот они уже хорошие почки просыпаются. И что хочу показать, самое интересное. Вот они ветки, которые я обрезала. Лежали они здесь уже под дождем и под снегом, конечно, и на земле. Обратите внимание, какие хорошие черенки. Вот они, почки просыпаются на ветках, которые просто валялись как укромный материал. И вот какая почка. Поэтому можно просто в землю почеренковать, можно поставить в раствор с корневином и укоренить и размножить гортензию. Вот сколько я насобирала, я попробую что-то просто в землю прикопаю, а что-то попробую укоренить. И что у меня быстрее приживется. Так как я люблю экспериментировать, поэтому я решила сделать так. Вот и все, друзья, что я хотела сегодня вам рассказать и показать. Сделать такой обзор своей гортензии, как она выглядит именно в апреле месяце. Сегодня у нас 18 апреля. Теперь я с вами попрощаюсь. Всего вам доброго, будьте здоровы, до новых встреч!